У китайцев есть хорошая поговорка такая, или мудрость: не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Вот мы на своей шкуре, скажем так, испытали это в начале как раз пути, когда заходил экотранспорт. Действительно сложнейшая ситуация, город практически был завален полностью. Вот Сергей Александрович нас постоянно на каждой встрече бьет за то, что мусор, ну, действительно реально есть мусор. Но что было в тот момент, когда заходил экотранспорт, ну, вы, наверное, все видели. То есть у нас не было организовано практически ни вывозки, лица вроде как бы и город не знают, и поменяли мы практически там, ну, наверное, человека 4 или 5 руководителей. И постоянно вот эта работа и контроль, и ездили там, начиная с главы и заканчивая специалистами УГХ. То есть работа проведена была, конечно, сейчас в плане организации там вывоза как бы особо проблем нет, но понятно, что мусорные баки иногда переполнены, и, значит, мусор валяется на территории площадках. То есть как бы вопросы есть, возникают, и не очень они лицеприятно выглядят, потому что, значит, ну, вы все жители прекрасно знаете, значит, проблем вполне достаточно. Но я думаю, в любом случае мы эти вопросы будем держать на контроле и будем решать.